лапой на одну ногу пока. Скотчем. Изолента. Это же УАЗик, что тут нету запчастей. Витя, вот же я еще вчера говорил, где продают специальные сапоги. Лоханулся, Руслан. А. Нужнее правая нога, чтобы газовать. Правая под печкой? Не. Левая в одиночку. Левая надо сцепление выжимать. А ну сам тебе может похекать. Правую, да. Смотри, чтобы кровь не перестала поступать. Витя, Витя, стой, Витя! Витя! Стой! Что, ты хочешь со мной? Да. Ты себе взял тот УАЗик новый, наряженный. Ты ж теперь с ним катаешься. Нет! На вот той херне ряженой. Нет, я болт люблю. Ты старичка променял. Полетели. Летим, 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 летим. Блин, правильные шины. Все едет. Все подобрано. Все подобрано. Давай налево в поле. Налево, налево в поле уходи. Режь влево. Думаешь? Дрифт. Пойдет по полю влево? По поле? Попробуй влево. Нам надо проверить. Я только хочу третью включить. Йо, Энны Бабай. Что-то тяжело. Сейчас обороты возьмем. Там, я думаю, не все заедут. Давай назад. А, то есть ты говоришь, мне не уезжать, что ли? Да, давай на поле и по полю назад вернемся. Влево вот тут режь. Сусанин. Влево режь, говорю. Сусанин, отвали. Влево режь, блин, Витя, блин. Что ты делаешь? А мы так никого не увидим, блин. Ну подожди, сейчас лагерь создадим свой. Да какой лагерь? Проедь по полю навстречу к ним, потом вернемся. Налево попробуй заехать. Ну уже ж поздно. Ёханый бабай. Йо. Все как ты хотел, Витя. Это я посоветовал. У меня сегодня планы такие. Хорошо поесть, провести время с хорошей компанией и перевернуть УАЗик. Так что смотри, сегодня будем переворачиваться. Весь бак вытечет. Тихо, тихо. Спокойно, все нормально. Ну мягенько зашли, Витя. У меня семечки с кармана высыпались. Перевернулись! Надо поднимать меня быстрее! Бензином пахнет. Не, не ушиблись, бензин вытекает, а его у меня мало. Блин, да... Давай. Нет. Меня вытащите! Тут еда на меня упала! Пацаны, Витя планировал этот сюжет, и я ему подсказал, как его сделать. Ты снимаешь меня или нет? Шо, где, Руслан? Вымите меня! А? Как ты меня потащишь? Вот так, она станет. Да ну не гони, как она станет? Ты меня будешь тащить все время. Ну что, перевернулись? Что я могу сказать? Спасибо, Витя! Да, Витя, где ты, Витя? Что, где я, Руслан? Где ты? Вымейте меня! Не, ну нормальный сюжет, блин, вообще так мягенько, вообще в снежок. Свет выключите, нафига вы свет включили? Самое лучшее ощущение, но это было весело. Витя, открой мне дверь. Как я тебе открою, Руслан? Я сейчас Ваню, Ваня, а ну прими байк. Витя, открой мне дверь, ты можешь упасть на меня, не стой так близко. А у меня же ремень слетел, машина закипела, стою сейчас. Давай ручку. Ну бензином пахнет, дай боже. Ну так бак же там. Я тут, давай ручку. Это не дам, я не... Осторожно, еда. А еда, вот она, АТБ, тут все у нас. Подожди, как-то хочется. Аккуратно. Стекла осторожно там. Осторожно, стекла. Стекла, осторожно. Аккуратно. Стекла, осторожно там. Осторожно, стекла. Стекла, осторожно. Не, все нормально. Давай не за что-то цепляться. Слушай, Руслан, а. Держи дверь, я ухожу. Подожди, подожди. Ну я держу, давай. Посадил машину, а. Антоха, подержи дверь, Антоха, подержи дверь, я выйду. Витя, держи дверь, мне надо выйти, Витя. Да у меня масло вытекает, все вытекает. Да подожди, сейчас поднимем. Держи дверь. Держи, вылазь. Блогер ты популярнейший. Что? Сука, прикинь, говорит, а то он говорит, давай налево, давай налево. Это я его. Я его на правильный маршрут. Витя, надо выйти.
Витя, елки-палки. Я допрыгну туда. Да не, ну ты неправильно зашел, я ж тебе не так. Я тебе. Я тебе. Я тебе раньше говорил. Витя, подожди. На бензик будем скидываться, бо весь все мои запасы. Я тебе фото. Давайте быстро на колеса поставим. Андоха, заедь аккуратно. Не, ну я пытался. Да выйдешь, ты только не под углом бери. Антоха, выезжай. Да бензин на выхлопную капает. Не, ненормально. Зато можешь проверить сейчас трансмиссию и исправность. Ну давай быстренько что-нибудь переберем. Глянь. Давай, Гоша. Женя, пусть потяни назад. Блин, семечки с кармана высыпались. Меня колеса поставили. Антон, заедь сюда! Никто не едет спасать. Вообще, жестяк. И свет мне нравится, горит. Горит, да? В салоне. Давай назад, хорошо. Мы его поставим обратно, упадет. Давай, цепляй. Цепляй! Антон, я давай, ребят, цепляй. Ты уже придумал, что исполнил. Я еще в Киеве это задумал. Да он еще неделю назад или две. Вот это курва меня сюда потянула. Вернемся, будем их снимать. Я чисто в прием. Чисто в прием. За раму, Жека. Или за перед... Назад я надо потащить. Ну блин, быстрее бензин вытекает. Что ты стоишь, Женя? За раму. Да, давай. Быстрее, Женя, бензин, Женя. Ты знаешь, почем сейчас литр, а ты на дизеле? Давай, толкай. Да нафиг это тормозное? Это, наверное, топливо. Женя, ставай. Что, я буду как капитан до последнего на корабле стоять. Переворачиваться буду вместе с ним. Давай чуть давай назад. Это не меня. Уважаемые товарищи блогеры, давайте толкнем УАЗик на колеса. Не подходите. Не надо, он уже наоборот. Леня, вон, нормально можно заехать. Смотри, как люди заезжают. А ты очковал, нельзя, нельзя. Блин, в чистом поле. Не под тем углом зашел просто. Витя, я же говорил, что этот дебиляра приносит несчастье. Несчастье в семью. Ты сейчас будешь лететь. Вместе. Счастье. Как Аладдин буду лететь сейчас. Не, его надо толкать руками. А Женя сядет, когда ты взлетишь. Сашки хорошо держат. Давай. Как там Леня так, заехал? Ты его тянешь, что там? Я понял. Быть блогером это офигенная штука. Нихуя не надо делать. Так, Леня едет. За низ берите, за низ, за низ. Подожди, подожди, подцепил ту еще. Леня, подцепи меня. Как раз бензин течет. Леня, быстрей. Леня, бензин, бензин. Что там, Витя? Становись, я тебя сфотографирую. У тебя ни одной фотки нет нормальной. Берись за трубу, ты куда полез? А где ты валялся? По полу там? Нет, упал. Как вафелька. Леня решил уехать, понял? Леня, куда ты? Подальше, подальше от Руслана. Слушай, блин, где Витя столько лет пропадал с контента? Витя, ты должен заехать все равно сюда. Сейчас поставим на колеса. Давай, подъезжай. Да лебедку разматывай. Хорош. Быстрее, бензин вытекает. Леня, елки-палки. А он катается, видел по кругу тут? Круги наматывает. Леня, быстрее. Дельфин, спасай. Блин, чуть не убился. Витя, давай сейчас повторим, потому что снаружи надо снять второй дубль. Цепляй. Трубки, смотри, там трубки. Витя! Витя, на, кровозащитку! Ой, блин, вытечет весь бензин! Леня, блин! Я буду на чем ехать до зуб.
Витя, быстрее, Витя. Делаю. Давай нам второй дубль надо снять, еще успеть. Давай. Ну, наверх поднялись и тут провалили УАЗик на вас. Витя, долго. Отцепи меня. Нет. Натем. Ну да, а я залезу, не пасть. Да. Гляни, колеса работают сами, слышишь? Блокировка включена. Все уже. Спасен, Витя. Витя, там еда, что с едой внутри, Витя? Как? Как испортилось? Все тут нормально. Йохан и Бабай, что-то выпадают вещи и еда. Все сложилось на один край у нас сегодня. Все нормально, спасен. Витя спасен. Что с бензином? Сколько вылилось? Полбака. Поджигай этот снег. Да слепого не мам выпадет. Даже не следом. Работает нормально. Это вам не Toyota. Отходи. Витя, ходом надо, ходом. Так, отойди, он туда переворачиваться сейчас будет. Давай второй дубль, Витя. Блин, задавит меня, мне кажется, будет мстить сейчас. Не, ну это не бородач, Витя, не мстительный. Ну так мы шли тут красиво, так все. А это, бензин прямо на выхлопную течет, сейчас будет экшен. Уже течет? Ну, прямо на выхлопную, и уже парует. А что, бак пробили? Заглуши! Да, новый мотор. Масло нигде не вытекло. А, ты фильтр. Лучше, ты лучше же гайди по кузовщине. Фильтр. Вопросы фильтр могли на. А, фильтр масляный ему Витя, еще. Витя, мне надо зарядку, реле. Вон, вон, давай заберу. Короче, зарядка с трамблером 1000, двигатель. Это двигатель 4000, коробка раздатка 5 в сборе. Все, продано! Так можно ехать? Да, поехали. Давай вот так опять. Попробуй заехать. Стоять, давай еще. Не, поехали, пацаны, попробуем. А там еще таких мест будет много. Смотри, у тебя не хочется. Поехали, ребята, куча машин. Ну я хотел колонну снять, не удалось. Едем, Витя, вперед давай. Оно было полого, я ему долго уговаривал просто, он не поддавался. Так, продолжаем наш путь. Все нас снимают. По машинам! Давай чипсы хоть поедим перед следующим переворотом. Чипсы тут есть. Давай, влево режь, Витя. Да пока снимают. Блин. Это машина, я понимаю. Ну так вопрос у тебя начался неплохо. Кто-то бы перевернулась бы в аварийный режим, как встала бы. Ты на велосипеде часто падал или нет? Руслан, я думаю, что сейчас самое время ехать и снимать всех сборно. Да, давай. Да? Давай, пока все стоят, давай.